Берем пример с Лиги чемпионов УЕФА. Карантин вносит очередные изменения в футбольный календарь нашей страны. Теперь все матчи казахстанской премьер-лиги пройдут в одной локации. Подробнее в следующем репортаже. Как мы все помним, в марте этого года в КПЛ успели провести два полных тура, а третий же состоялся 1 июля. Спустя пару дней после этого казахстанская премьер-лига по футболу была приостановлена в очередной раз. Все это связано с введением карантина в стране. Ну вот, на днях было принято решение провести все матчи турнира в одной локации. Какие в этом есть плюсы, рассказал медиа-офицер футбольного клуба «Шахтер» Адлет Сарсенбеков. Проведение матча в Алматы и Талгаре это позволит командам сэкономить время, а также быстро восстановиться. Ну и сэкономить бюджет на перелетах. Также эпидемиологически это будет правильно, потому что команды будут находиться в одной локации, то есть в одной гостинице, и что позволит меньше контактировать с внешним миром. Окончательное решение примет госкомиссия. Карантин в Казахстане действует до 2 августа. Поэтому предварительно матчи казахстанской премьер-лиги возобновятся 3 августа. Матчи пройдут в городах Алматы и Талгар. Допуск на проведение игр имеют два стадиона. Это Центральный и Жас-Кыран. А что же ждет команд первой и второй лиги? Также профессиональная футбольная лига Казахстана совместно с Федерацией футбола Казахстана рассматривает варианты проведения первой лиги. Матчи пройдут в двух городах, это ориентировочно город Шымкент и Павлодар. Что касается второй лиги, где участвует 21 команда, будут разделены на 4-5 конференций. Напомним, что после сыгранных трех туров карагандинский «Шахтер» занимает 4-е место турнирной таблицы. В копилке горняков 6 очков. А следующий матч подопечные Константина Горовенко проведут с кызылординским «Кайсаром». Предварительно матч запланирован на 4 августа. Бекежан Ордагулы, Николай Шевелев, 5 канал.